Народ, всем огромный привет. Вызвали на работу. Соскучился за работой. Блин, немножечко проснул. Где-то из дому выскочил, где-то попал под сквозняк и все, блин. Теперь гуртошу, нос забит, заложен. Ночью плохо спал. Утром встал, в зеркало посмотрел, нос красный, вот здесь возле глаз красный. Ну, вроде бы отпустило, попустило. Но, тем не менее, нос забит. Приеду на работу и... Как раз нужно дособирать до кучи севалочку. Запчасти есть, недостающие у меня в машине. Заехал в магазин, забрал. Пацы, новый день, народ. Слышит, а? Голосок-то просел. Вчера не снимал, извините, но не снимал ничего. В принципе, ничего такого и не происходило на работе. Севалочку кручу, докручиваю, но потом поступило в указание посмотреть РУ, то есть тот, который разбрасывает удобрения по полю. Будем вносить удобрения РУМом, разбрасывать. Так что готовлю разбрасывать. Вчера еще ничего, так себя чувствовал нормально. Первые полдня ничего, там часиков даже до двух. А потом уже с двух начало меня потихоньку накрывать. Таблетки, в принципе, никакие не пил. Чтоб таковой температуры нету, пускай организм сам борется. Что, извините, сегодня ролик выйдет попозже, нежели 4 часа. Ну, то есть 16:00. Ну и, наверное, будет он коротенький. Оно такое сейчас состояние вообще. Голова понимает. Полностью понимаю, что нужно работать, а тело не хочет слушаться, сейчас заставит. Вот, взял такие поршеньки с собой, их 2 штуки. Идентичные, как этот, и второй. Вот. Поршенек открывания-закрывания заслонки, чтобы сыпалось удобрение. Кинулся, нету таких уплотняющих резинок. Цилиндрик течет, непорядок. Вот взял с собой поршеньки, прикупил уплотнители. Взял с собой прицеп. На территории полез молодняк, дерево. Так что еще и до молодняка доберемся. Так, ну вот, собственно, разбрасывать. Вчера почистил, внутри немножечко был грязноват. Вот. Вот, разобрал механизм включения, выключения, закрывания, открывания дроссельной заслонки. Дроссельной заслонки. Просто заслонки. Осталось это все дело почистить. Эти поршеньки вкинуть. И все. Собирать до кучи. Сложного ничего нету, никаких пружинок. Ничего такого подобного. Все очень просто. Дешево и сердито. Подошел черед к трактору. Надо заводить. РУМ закончил крутить. Тык. Масло. Куда оно нафиг денется, если у него были хозработы? Так, масло есть. Под низом лужи нету. В принципе, чисто там порядок. Ну, немножко ветром мусора понадувало. Так, вода. Антифриз, вода, охлаждающая жидкость. Под лицо все к лицу. Короче, на месте. Так. Ну, браток. Давай, как с добрым утром. Так. Угу. Ну чё, братик. Блин, тяжковато немножко, но после 2 недель простоя, как бы, я считаю, это нормально. Тем более морозы. Так, ладно, ехать к компрессору выдуваться и цеплять РУ. Так, вроде бы
все отрегулировал. Расстояние одинаково. На флажках открывающих вроде бы все одинаково. Единаково, кажется. Вот. Ну, в принципе, в поле еще это все дело покажет. Если что, уже можно будет. На вот этих регулировочных винтах это все дело подправить, там, плюс-минус. Ух, ветер дурной дует. Короче, ребята, ну, дурень или не дурень. Вот, нужно было протянуть вот здесь провод, потом от кондиционера отодвинуть чуть-чуть. Вот здесь протянуть и культурненько все это дело завести. Нет, блин, дурак. Дурака работа любит. Теперь это надо откручивать, провести полностью провод. И потом уже будет все нормально. Так, GPS-трекер уже на месте, остался телевизор. Сам навигатор. Прилопавшись, надо сначала стекло помыть, хорошенько выделить и потом уже тулить липучку. Тогда она четко прилипнет. Я по осени еле отодрал. Липучечку. Блин, сейчас холодно, хрен его знает, как получится. Должно получиться. Так, все, подключил. Еще старая запись оказалась. Работает отлично все. Угу. Видно лампочку красная, желтенькая. Навигатор работает. GPS-трекер работает. Все. Теперь можно убирать инструмент, тот, который там сварка. Болгарка, болты, гайки, все тому прочее. Так, ну в принципе все, заехал в бокс, все проверил, все крутится. Стекло сзади только вытереть нужно. Ни хрена не держится. Телевизор, нужно что-то подлаживать под него. Потому что так дело не пойдет. Мне нужно, чтобы телек на стекле висел. Или же как-то его вымащивать хотя бы вот так как-то. Ну и резиновые шлангочки под низы трекера нужно подложить, чтобы не было вибрации большой. Так, ну вот, народ, осталось чуть-чуть. Одно дерево и все. Так уже прокосило. Здесь Ваня. Вот, народ, собственно, и все. Отработали день. В принципе, нормально. Начало потихоньку меня попускать. Или это у меня такое мнение, или действительно меня уже отпускает болезнь. Потому что, ну, как бы тяжеловато было. Ну, особенности после того, как я поработал с бензопилой. Спинка была мокрая. Хорошенько так пропотел. Ну, дай бог, чтоб до завтра уже ничего у меня не было. Тем более позвонила жена, купила мне там тераплю или как там. Домой приеду, пропью вот эти все сиропы. И надеюсь, будет все отлично. Так что, ребят, вот как-то так. Ну, а у меня на сегодня все. Любви, здоровья, добра. Всем пока!